реально страшно. Черт! Черт! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, перед началом не забывай подписаться на мой канал, поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить упоминания моих новых видео. Друзья, и как всегда, в начале три самых ваших топовых комментария. Погнали! Раз, два, три! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты, именно ты, попадешь в мое видео. Друзья, сегодня будет очень крутой видос, потому что на сайте Darknet мы с вами будем заказывать живую игрушку. Кто это будет, узнайте прямо сейчас. Итак, друзья, смотрите, хочу вас познакомить. Это, друзья, конек-горбунок. Но не просто конек-горбунок, а конек-горбунок Экзи, друзья. Живая игрушка, которая, на секундочку, умеет исполнять желания. И стоит она $1500. Это, друзья, очень-очень много. Но знаете, за что мы заплатим? Прямо сейчас я вам прочитаю, что умеет делать эта маленькая двугорбая лошадка. И не просто конек-горбунек, а конек-горбунек Экзи. Это живая игрушка, может исполнить любое ваше желание. Вы можете достать из ада любое существо, и оно не причинит вам зла. Но не переборщите, конек не любит, когда у него слишком много просишь. Когда он злится, он может вас отправить в ад навсегда. Друзья, вы слышали это? Только задумайтесь. Получается, что эта маленькая лошадка может достать из ада абсолютно любое чудовище. Друзья, я прямо чувствую, как вы уже думаете, кого бы вы хотели увидеть. И я тоже думаю о том же. Я уже придумываю того, кого бы я бы хотела, чтобы этот конек-горбунек достал из ада, друзья. Мне просто в это не верится. Но видите, здесь также пишется, что нельзя его злить. Слишком много нельзя просить, иначе он меня может отправить в ад навсегда. Я не знаю, как он это сделает. С виду вообще безобидная живая игрушка. Но, друзья, если так пишут на сайте Darknet, и все это реально может произойти, если мы сделаем это в 3 часа ночи прямо сейчас мы совершим эту покупку на сайте Darknet, друзья, и будем ждать, когда нам менеджер принесет живую игрушку конек-горбунек Экзи. А пока ты поставь лайк. Спасибо. Итак, друзья, прямо сейчас ко мне в дом принесли гроб-бокс, в котором находится конек-горбунек Экзи. Прямо сейчас я буду заказывать и притаскивать свой дом из ада, например. Я не знаю, пока не буду вам это рассказывать. Пойдемте распакуем и посмотрим вообще, как он выглядит. Итак, друзья, давайте же откроем этот гроб-бокс. Вау! Дима, пипец, он страшный, ребята. Он реально страшный. И он такой же, как на картинке. Это реально конек-горбунек. Друзья, если вы когда-то смотрели этот мультфильм, эту проклятую серию, где не обычный конек-горбунек, а конек-горбунек Экзи, друзья, то, блин, это просто жесть. Реально, существует такая запретная серия. Если вы хотите, чтобы я ее посмотрела, то напишите об этом в комментариях. Друзья, давайте поподробнее посмотрим. У него длинные уши. Также у него два горба, как у верблюда. Господи, как можно было придумать такое существо? То есть это не осел и не верблюд. Просто, ё-моё, конек-горбунок, ребята. Если вы смотрели мультфильм, то, в принципе, в мультике он умеет исполнять желания. Он что-то там колдует, что-то там помогает. Там, я не знаю, что-то каких-то волшебных существ ищет. Слушайте, ребята, что-то здесь еще. То есть это, грубо говоря, какой-то волшебный конь. И он почему-то весь испачкан, как будто бы в крови. Друзья, его глаза из пуговичного мира, из проклятого ада. В принципе, все игрушки сайта Darknet такие, друзья. И здесь лежит две каких-то печеньки, друзья. Какие-то печеньки. И, друзья, они покрыты золотом. Давайте откроем, посмотрим, что в этих... Слушайте, а я знаю эти печенья. Это печенье... Это печенье с предсказаниями. Зачем на сайте Darknet мне положили печенье с предсказаниями? Смотрите, здесь записка в этом печенье. Господи, это реальное золото, друзья. Это просто жесть. Ну, понятно теперь, почему этот конь стоит $1500. Потому что помимо того, что он может достать из ада абсолютно любого мистического персонажа, друзья, еще здесь и печенье, покрытое золотом. Ладно,
Давайте достанем и прочитаем, что же здесь написано. Это большая удача, что ты купила конька-горбунька. Чтобы начать игру, ты должна откусить печенье с короной. Чтобы закончить игру... Подожди, с короной это вот это получается. Чтобы закончить игру, ты должна откусить печенье без короны. Друзья, я так понимаю, что чтобы остановиться, нужно откусить кусочек этого печенья. Чтобы начать игру, необходимо откусить кусочек этого печенья. Здесь, кстати, тоже записка. Давайте ее достанем. Так, друзья. Здесь ты... Здесь написано, без тебя бы я не стала королевой мистики. Черт. Без тебя бы я не стала королевой мистики. Это что-то какое-то раздвоение. Черт. Что это может значить? Друзья, я не знаю, вы сами все видите. Без тебя бы я не стала королевой мистики. То есть без этого конька-горбунька, грубо говоря, что? Я не королева мистики, я не знаю. Слушайте, возможно, теперь возможно все. Мы с вами можем свернуть горы и призвать абсолютно кого угодно, пока он у нас в руках. Главное, друзья, не переборщить. Короче говоря, я считаю, что пора начинать. Для начала нам нужно укусить печенье с короной, чтобы начать. Правильно? Так, ладно, друзья, я надеюсь, что я не отравлюсь прямо сейчас, друзья. Давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков, а я кусаю, и мы начинаем. Вкусно. Корона. Ребят, я только что съела золотую корону. И знаете, такой привкус... Просто обалденный. Никогда в жизни не ела золото. Подожди, главное, не перепутать теперь. Подожди, нет, ну откусанное, а это, чтобы закончить. Так, ладно. Игра началась. Хорошо, теперь нужно что-то, видимо, у него попросить. Конек-горбунек, я хочу прямо сейчас увидеть Cartoon Cat Among Us. Вот черт, ребята! Вы слышали? В смысле? Так, ладно, будем действовать то, что он говорит. Включить свет, хорошо. Я включаю свет, все. Видимо, он не работает в темноте. Так, лучше? Да, а теперь смотри. Cartoon Cat Among Us из ада. Черт, ребята, вы видите? Прямо сейчас Cartoon Cat Among Us перед вашими глазами. Слава Богу, то, что он нас не чувствует, то, что он нас не видит. Потому что было написано на сайте Darknet, то, что они не могут причинить нам зла. Ребята, реально он прикольный. Посмотрите, он чертовски прикольный. И даже совсем не страшный. Потому что коту идет эта пухлая форма Among Us, друзья. Ладно, хорошо. Тогда давай следующего. Черт, ребята, вы это слышали? Блин, я просто, я не знаю, кого теперь мне еще загадать. Блин, прямо сейчас пишите, ребята, пишите в чат премьеры, кого заказать, кого. Блин, ладно, а есть, например, я не знаю, снежный Cartoon Cat? Cartoon Cat из снега. Вот черт, ребята, вы это видите? Блин, он реально белый. Просто офигеть, друзья, черт, вы видите? Это реальный белый Cartoon Cat. Это Cartoon Cat Альбинос, ребята. Он реально криптовый, друзья. Если вам нравится, то прямо сейчас поставьте лайк. Ребята, реально, я с этим конем реально королева мистики. Черт, это просто классно. Я могу абсолютно любого духа призвать. Ладно, Cartoon Cat такие уж страшные, друзья. Видимо, и еще я знаю, что они не могут прямо сейчас причинить мне боль, друзья. Знаете, что закажем? Давайте прямо сейчас закажем сюда Джейсона Вюрхеса! Джейсон, приди ко мне из ада. Вот черт, друзья, этого просто не может быть. Джейсон, я надеюсь, что он не причинит мне вреда. Черт, ребята, посмотрите, какой он страшный. Это реально Джейсон Вюрхес из ада.
О, Господи, он в любой момент мог бы убить меня, если бы я его просто призвала. Но именно с коньком, с этим коньком-горбуньком он ко мне не приближается. Черт, а возможно ли, могу ли я его потрогать, друзья? Давайте прямо сейчас это попробуем сделать. О, Господи, ребята, мне нереально страшно. Черт, черт! Друзья, посмотрите, у меня осталась его маска. Ребята, это просто нереально. У меня в руках настоящая маска Джейсона Вюрхиса. Друзья, ну я не знаю, возможно, можно ли было мне так делать. Я сняла маску с Джейсона, и теперь этот предмет не вернулся, вот остался здесь. Господи, я не знаю, правильно я сделала или нет. Возможно, будут какие-то последствия из-за того, что маска Джейсона Вюрхиса здесь. Ладно, друзья, ладно, пора заканчивать, друзья, потому что много нельзя. Давайте закажем последнего персонажа из ада. Я хочу увидеть настоящую долговязую лошадь SCP. Друзья, что-то я никого не вижу. Блин, слушайте, почему-то... Нет долговязой лошади. Блин, слушайте, походу пора заканчивать. Черт! Что происходит, Дим? Черт! Я не знаю, что происходит. Черт! Слушай, наверное, надо было четвертого заказывать, наверное. Черт! Что-то происходит. Я не могу владеть своим телом. Что-то происходит. Черт! Черт, у меня все тело покалывает. Черт! Я не могу ни до чего дотронуться. Что-то происходит. Господи, Дима! Мое тело исчезло! Черт! Я исчезаю, похоже! Блин, Дим, что делать? Черт, я не могу двигаться! Ты видишь, я исчезла, у меня одна голова осталась! Что мне делать? Нет, черт, нет, печеньку! Я не могу пошевелиться, я стою на месте, как будто прикованная! Черт, Дим, помоги мне, я исчезаю! Черт, я исчезаю! Пожалуйста, сделай что-нибудь, что ты молчишь! Помоги мне, пожалуйста! Черт, помоги! А черт, Дима, мне кажется, что я совсем исчезла! Ребята, блин, что делать? Походу, конек-горбунек забирает меня в свой ад. Черт, я не могу. Я не хочу туда уходить, пожалуйста. Я не хочу. Черт, что же мне придумать? Что же мне придумать? Пожалуйста, прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, прости меня, конек-горбунек. Я больше не буду ничего заказывать. Я больше не буду никого заказывать. Пожалуйста, верни меня, оставь меня здесь, на земле. Пожалуйста, оставь меня, я тебя прошу. Черт! Ирина! Ирина, ты совсем исчезла! Черт, куда она пропала? Где она? Чертов конек, горбунек! Так, печенье, маска. Так, это она ела. Надо ее найти. Ирина, где ты? Ирина! Черт, вот она! Ирина! Ирина, что происходит? Ирина! Ирина, ешь печенье! Переборщил желание. Конек, горбунек тебя забрал. Черт. Блин, не знаю. Возможно, это еще из-за маски. Я чуть не исчезла, я чуть не попалась. Пора заканчивать с этой проклятой живой игрушкой. Отрежем ее глаза и достанем изнутри мистические предметы, которые сделали ее живой. Ну что, конек, горбунек, ты хотел забрать меня в ад. Твой план не удался. Сейчас я лишу тебя и прогоню из нашего мира в обратно в свой потусторонний. Лишаю тебя первого, второго. И все, друзья, теперь мы должны достать то, что делает живым эту проклятую игрушку. Черт. Что здесь у тебя? Черт, как много этого пуха. Но я должна достать то, что делает живым этого конька-горбунька. Это здесь какая-то мерзость. Похоже на... человеческие пальцы. Нет. Слушайте, друзья, возможно, этот конек-горбунек после того, как он исполнил чьи-то желания, он забирает пальцы. Посмотрите, реально, внутри него куча игрушечных пальцев. Друзья, это очень стрёмно. Нужно достать это все. Нужно достать все, что внутри. Господи, это огромный просто палец. Так, друзья, походу, я все достала, все то, что было внутри. Нет, еще один палец, господи, черт.
Смотрите, сколько желаний исполнил этот конек-горбунек, столько пальцев. Оказалось, внутри этой проклятой живой игрушки, друзья, пора заканчивать это крэзи сумасшедшее видео. С вами была я, королева мистики. До новых видео. Пока!